достоверная иллюстрация, которая иллюстрирует это историческое сражение. В общем, чем характерна эта картина? Тем, что битва гуннов с аланами происходила... В нем есть очень важный момент, как гунны использовали сражение, были вооружены в основном луками и, в общем-то, крок, удавки из конских волос. Вот это меня впечатляет, в общем-то, в этой графике. А напротив, в общем-то, аланских доспехов из металла, они были тяжело вооружены, и вот этот момент очень важен для, как бы, этой битвы. Сложность это, в общем, заключалась для исполнителей в том, что надо было передать экспрессию штрихов и довольно на большом формате, и ввиду отсутствия нормальных, в общем-то, нормальных материалов, так как здесь, в общем-то, мы, ну, исполнители делали на холсте масляной краской. А сколько человек принимал? Техническая сложность вот в этом заключалась. То есть переводить на такой большой формат, маленькую графику. Здесь принимало 3 человека, то есть, включая меня, я руководил, в общем-то, моментами, по техническим моментам. И как переводить это на большой формат. Ну, как, в общем-то, работник этого музея, я и как художник, владеющий техникой графики. В общем-то, виртуозное исполнение и, в общем, сам факт, то, что, скорее, здесь больше идет как бы документальная ценность, а не художественная. Так как здесь в этой битве отражаются две стратегии ведения боя. То есть степной, когда степные воины столкнулись с хорошо вооруженной армией аланов. Именно то, что вот разные виды вооружения, несоответствие, в общем-то, тактике сражения, и при этом преимущество как бы здесь налицо, то, что арканами можно было связать хорошо вооруженную пехоту Римской империи.